и мы продолжаем. Итак, давайте. Мы вкачали урон дробашу. Ой, пистолетику на критический урон. О, на урон полностью. Это вы сейчас издеваетесь таким образом, да? Столько народу сейчас будет. И для какой цели ты туда зашел? Чуть побоялся меня, да? Блин, ты, там столько народу. Так, давай-ка сейчас парочку этих перебьем. Там я никого не вижу. Ай! Вот так вот. Хотя бы вторым выстрелом. Ну что, давайте. Сейчас зайду, кое-что возьму. Что это? Аптечка. Занята. Так, ну здравствуй. Ишь ты, 15, он, видите, сдумал, а? Нати. Тоже будешь мне. Решил мне тут, видите, взять. Динамит он, видите. Я пришел. Главное целиться будет точно. Ну и что тут ты? Наверх нужно. А патроны-то улетают, да? В смысле? А дальше-то что? Куда идти-то? Ай! Ну, там аптечка лежит. Кто ты издеваешься? Открывай уже. А, я понял, ладно, окей. Я понял, что от меня требуется. Они будут выходить постоянно, да? Сбрасываться ко мне, короче, будут. Они постоянно будут сбрасываться конкретно ко мне. А я должен их постепенно принимать. Ну, понятно, короче. Пока ничего страшного такого нету. В смысле? Ничего себе, куда побежал-то?
Я, блин, загружался не для этого, чтобы я с тобой тут воевал. Все здоровье профукал. С этим обрезом этим. Решил вам пострелять, видите. Решил он пострелять. Так, ладно, начнем вот с этого. Того я не убью, он что-то он быстро-быстро слинял. Да прицелишься-то хотя бы. Вроде вкачал, ничего неплохого, ничего такого не случилось. Как мазали, так не мазали. Не, проблем появилась, да? Стали появляться эти. Слышь, ну вернись. Так, еще одного убили. Вот и все. Так, здесь я все подберу. А можно? А не, назад вернуться уже нельзя, да? Хотел я вернуться. Здоровье пополните. Мысли. И как мне сейчас против этого воевать, а? Это что, блин, я только-только половину убил. Они взяли тут эти, стали стрелять. Сучёныши. И издалека тут не постреляешь, да? Так, ну ладно, вы выходите. Выйди. Вот так вот в ухо залетело.
Так, все, подбирай. Все, подобрали, идем дальше. Так. С такого расстояния стрелять. Видите, а? И этот с такого расстояния, не это, с дробаша там не особо. Так, ну ладно. Этих еще одного. И с еще одним справились. Тебя сжигать не надо, да? Сам погиб. Ну-ка, упади. Ау, ты упадешь уже? Ну ладно, это радует. Сейчас мы этого еще уберем. Он далеко не докидывает. На. Залетело. В ухо залетело. Знаете? Блин, еще один пулеметчик. Тихо. Вот с этим проблема. Прям здесь задевает уже. Так, дай мне какую-нибудь гранату, что ли. Да не в эту секунду эту. Все, убили. Фух. Это было жестоко по отношению ко мне. Ну, спасибо, что патроны хотя бы восполнили. Спасибо на этом хотя бы. Столько патронов сейчас утащили. Сученыши, сохранение. Спасибо, наконец-то. Я думал, не дадите. Это был реально жесткий момент. Без права сохранения.
Кого подобрать? А для какой цели? Мне этот срез сделали. Здесь-то это не срез. Это просто какая-то чушь была. Так, все, на эту я могу уж потратить. Дробаш себе прокачать я могу. На один раунд. Так, крути. И это мы завели ту херню, да? И нет. Еще двое. На вас все аптечки уйдут. Так, здравствуй, журный. А, поджечь. Я как бы тебя поджечь просил. Все, гори нахрен вместе с этим. Ну и какие предложения? Чего? Откуда ты стреляешь-то? Откуда? Один спустился все-таки, да? Один спустился и начинает меня снизу стрелять. Нужно по ноге стрельнуть один раз и один в затылок. И тогда, ну, он умирает. В маску железную стрелять бессмысленно. В смысле, а куда мои здоровья-то делись? Что с моим здоровьем стало? Она была в нормальном состоянии. Что вы сделали-то с ним? Что вы сделали с моим здоровьем? Отвали! И еще мне сейчас с этим, что мне делать здесь? Тут здоровье на один удар все лишь. У меня было здоровье, кажется, нормальное. На, упади. Все, молодцы. Все, взорви сейчас. Пока дойдет, взорвется. Ну ладно, окей, мне это уже радует. Так, он находится, как я помню, за трубой находился.
Ай, ай, ай. Все, горит и нахрен. Еще одного убрали. Спецназовец херов. И ты также вали. Если ты упал каской мне, ты мне такой нахрен не нужен. Все, ладно, здесь со всеми разобрать. Подожди, подожди. Сколько дашь? Чего? За такого сложного противника, который может кучу проблем сделать, мне все лишь сотку даешь, да? Ох, ни хрена себе, дробаши, патроны. Ремки 3. А, я понял. Так, я понял. Я сел. Вижу динамит. Главное динамит отстреливать. Ой, что творят? Мне пока в защите. Ага, был в защите. Мне хотя бы патроны дают. Мне хотя бы патронами снабдили. И в первую очередь нужно дробаш использовать. Так, ладно, сели. Эта партия пока ничего не сможет сделать. В смысле, как ты сделал? Сели. Вот с этими мне проблема будет. А если по ним нормально выстрелить, то ничего, никаких проблем не будет. Просто точно стрелять. Просто по ноге стрелять, и все будет нормуль. Они просто упадут тогда, они все на краю стоят. Они все стоят на краю. Так что сели, зажались и сидим. Смотрим, где только что вылезет. Так, сразу. Пулеметчиков сразу отстреливаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Проблема. Проблема, проблема. Так, здравствуйте. Я не хочу с вами общаться, я просто хочу проехать. Так, бегут уже. Так. Здесь ничего, здесь ничего. Сбили. А вроде далеко проехали, тут нате, тут топорик прилетел, видели-те. Видели-те топорик. Так, ладно. Нужно стоять примерно вот посерединке. Выстрелили и сразу спрятались. Тогда более-менее равномерно получается. Да вы издеваетесь, да? Так, так, вроде не вижу. Вроде нормально проехали. Этого вообще... Блин! Вроде проехали. Все, доехали. Спасибо большое. Спасибо, что довезли. Я могу сюда пройти. Я могу здесь что-то сделать, пройти туда вот. Так, блин, куда идти-то? Вот не зря вот это вот сделали. А, да, тут опыт лежит. Здесь лежит опыт. Да и все вроде. А, как я взорвал-то? Ну ладно, все, побежали. Так, а как мне это подобрать? Окей. Все, что ли? Двенадцать патронов, да? Ну ладно, пускай 12 будет.
Это будет на какие-нибудь других противников. Патроны пока встречаются, но они очень редкие. Как на дробашу. Редкие. Так, где-то. Уже слышу. Так, тут ничего только не такого полезного не лежит. Запись лежит. Somehow I can see that light. That shaft of light from the lighthouse. From anywhere in this place. Seems to penetrate everything. Penetrate me. That view of the hospital is not in my memory, yet somehow it is more solid than anything I have made exist here. Was it always there? Something changed under that light. It calls, it repulses, it draws the others. They think they'll reach the source, regain what they've lost. They don't even know what that is. Ты не договорил. Патроны револьверу, опять патроны к дробашу. Я не использовал дробаш. Я его экономил. Kidman? Что зря, наверное, делал, да? Так, где, блин, это моя больничка? О, здорово. Подожди, дело есть у меня. Подожди, потусуем, хорошо? Рано идти. У нас дела есть. У меня дело есть, по крайней мере. У меня, по крайней мере, есть еще дело. Я не понял, где была музыка? Откуда? А, вот она. Не заметил среди этого всего говна этого. 11 июля 2012. После пожара прошло почти полгода. Мы с Майером все больше отдаляемся друг от друга. Я должен был быть сильным, но топить мысли в виски мне это не так просто. Я думал и так, пока это не мешает работе. Моя личная жизнь никого не касается. Наконец-то мне удалось поговорить с Майером. Теперь ей, мне стало еще страшнее. Либо у Майеры начинается паранойя, либо то, что она говорит, правда. И пожар не был случайностью. Даже не знаю, что хуже. Майера полагается на свое чутье. Если оно ее не подвело, то я не завидую тому, кто виновен в этом деле. Случайность, да? А кто тогда виноват? А кто виноват тогда? Если Майера была верна. Если жена твоя права оказалась. А кто виноват тогда? Здорово, я еще раз. Нет, ничего не забыл, я просто хочу на кресло свое. Мне в нем уютней. Так, оружие. Дробовик. Критические попадания. До 30 давай. Вот так, осталось 18 тысяч и... Вообще раз и все убил. Нахрен. Здорово.
До свидания.